Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я хочу вам показать обзор товаров из Фикспрайса. И прежде чем я начну это видео, обязательно подписывайся на мой канал, если ты этого еще не сделал. И ставь лайки. А ссылочку по поводу моего инстаграм-аккаунта я оставлю в описании. Вот тут мой аккаунт. Я только что пришла из магазина, и сейчас вам покажу все, что я купила. И первый товар с Фикспрайса, это у нас будет вот такой вот гель для душа с ароматом банана и карамели. И он очень приятно пахнет. Его здесь 47 мл, поэтому думаю, что вам его на очень долгое время хватит. Второй товар с Фикспрайса, это вот такая мицеллярная водичка с пандочкой, которая очень приятно пахнет, и, если честно, мне напоминает это персик. Товары с Фикспрайса, это вот такие вот тетради по 48 листов, они очень красивыми принтами. Это с цветочками, это с гербом России, и там еще флаг есть, а вот это с кактусиками. Товары с Фикспрайса, это вот такая щеточка для умывания, которую мы сейчас вместе с вами протестируем. Сказать по поводу вот этой вот щеточки. Щеточка очень приятная к лицу, благодаря вот этим вот ворсинкам на щеточке. И в принципе она очень даже себе хорошая. Можете покупать. Далее у нас идет вот такая тканевая анимаска, которая стоила 77 рублей в виде пандочки, тканевая тонизирующая. И сейчас мы с вами ее протестируем. Так, что я могу сказать по поводу этой маски? Кожа после нее очень мягкая и упругая. Ребята, ставьте пальчики вверх и не забывайте писать в комментариях. Вторая часть. Тогда мы обязательно выпустим вторую часть. Всем пока!